Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Huawei Watch GT 3 Pro. И сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к iPhone. Итак, для начала выберем русский язык. И теперь нам нужно перейти в приложение Huawei Здоровье. Далее нажимаем «Устройство», нажимаем «Добавить», нажимаем «Умные часы», «Еще». И ищем здесь наши часы, находим Huawei Watch GT Series. Далее нажимаем, теперь нам нужно перейти в настройки, Bluetooth. Здесь мы видим наши часики Huawei Watch GT 3 Pro, нажимаем «Подключиться». Теперь переходим обратно в приложение, на часах нажимаем галочку, нажимаем «Выполнено» и нажимаем «Далее». Опять подключаемся и ждем, когда устройство подключится. Нажимаем галочку на часах и соединить на телефоне. Нажимаем «Согласиться». И таким образом мы подключили часы к телефону. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.